В начале данного видеоролика хочу вам всем порекомендовать канал под названием Эндер. Парень очень старается, он снимает видеоролики по игре Minecraft Pocket Edition. Я думаю, что среди моих подписчиков есть много фанатов Minecraft Pocket Edition. Ребята, давайте перейдем и подпишемся на этот великолепный и крутой канал. Ссылка есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и сегодня у вашего Кента ПК будет дуэль против его подписчика. И вы не поверите, но сегодня мне написала какая-то мамка. Да-да, я не шучу, написала какая-то Наталья Сидоренко. Она мне пишет: Кент ПК, ты нуб, Кент, я тебя порву и так далее. Конечно же, мы все вместе с вами понимаем, что это пишет ее сын, ну, с ее аккаунта. Но все-таки это было очень забавно, то, что он писал с аккаунта мамки. Я вам, ребята, даже покажу скриншоты, чтобы вы не подумали, что это фейк. Внимательно все посмотрите, но я скажу так, что это меня очень улыбнуло. И я, конечно же, решил подуэлиться с этой мамкой. Ну, как с мамкой, с ее сыном, точнее. Ну что ж, я пишу «Гоу», и мы начинаем. «Гоу». Поехали! Играем, как обычно, до 10 раундов. Правила самые-самые обычные. И, кажись, кента хотят убить, но не тут-то было. Кент ПК с дигла просто взял и множил на ноль этого парня. Я даже не знаю, как его зовут, потому что я знаю, как зовут его маму, это Наташа. Нормально, нормально, хорошо идем, да? Вот вы пишете: Кент, ты нуб и так далее. Ребята, смотрите внимательно. Вот этот парень писал, что я нуб, что я изич и тому подобное. Ну, и мы, ребята, видим, как он сейчас играет. То есть, на словах он герой, а на деле он просто, ну, просто нуб. И самое-самое обидное, что половина таких из вас, которые пишут, что я нуб, они сами играют, как этот парень. Поэтому не надо тут обзываться до того момента. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, взял керамбит в руки случайно. Ой-ой-ой, вот это я затупил. Ну ладно, ладно, сейчас отыграемся, сейчас вообще будет нормально. Такс. А, тут его нет, значит, так, там тоже нету. Ох ты, приветик, приветик! Да вы что, чуть я, ребят, вообще расслабился. Так, ладно. Надо играть как-то более серьезно, потому что мало ли еще и проиграю. Это будет как-то позорно, что ли. Ребята, надеюсь на вашу поддержку в виде лайка. Под прошлым видео мы набрали 1500 лайков. Вы просто самые-самые лучшие. Большое всем спасибо. Поэтому, если мне сложно, ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Мне будет очень-очень приятно. Ну-ка. Такс, такс, такс. А если вы впервые на моем канале, то, ребята, просто возьмите и подпишитесь. Это будет просто очень-очень круто. И я проигрываю. Я, конечно, извиняюсь, но что-то тут не то. Так, а ну-ка, ладно, давайте. О, нормально. О, все, вот это то, что надо. Кента пока взял в руки дигл, и пошла игра. Пошла жара. Опа-на. Ну-ка. Ладно, идем рашить. Вы мне часто пишете: Кент ПК, ты сидишь только на базе со своим диглом. Вот, ребят, иду рашить, сами смотрите. Иду рашить, но парня тут нет. Ой-ой-ой, как-то это слишком опасно для меня. Такс-такс-такс, а где же этот парниша? Где же этот парень, который пишет с аккаунта мамки? Ток-ток-ток, чё-то вообще плохие шуточки. Токс, токс, токс. Ой-ой-ой, мне как-то немножко не по себе, потому что даже не знаю, где он. О, вижу, привет. Давай, давай, спокойной ночи. Ты был хорошим противником, но все-таки на том свете тебе будет явно получше. Как обычно, берем дигл в руки и вперед умирать. Классно вообще, да? Классная тактика. Взял дигл и иди умирать. Это тактики от Кента ПК. Так, там никого нет, значит, давайте буду ждать с этой стороны. Возможно, этот парень захочет меня обойти. Так, тут никого нет, никого нет. Да ну, да ну. Так, ты где там? Давай выходи. Ай-яй-яй! Так, а ну-ка, дигл, спаси меня! Да, ребята, дигл меня спас, не может быть! 5-4, и Кент ПК побеждает. Фух, вот это я испугался. Это явно потная каточка, то есть это не изи, это довольно-таки сложно. Я вам скажу так. Поэтому поставьте лайк, просто это просто обязательное условие. О, хитрец! Вот хитрец, закрысил. Ой-ой-ой. Блин, не люблю таких людей. Парень просто встал и стоял на одном месте. Но это, ребята, очень некрасиво. Пишет, играем до 10. Но я и так знаю, что мы играем до 10, если что. Нормально, чисто, никого нет. Ля-ля-ля, тополя. Ах ты, убил меня со спины, к сожалению. Так, ребят, надо как-то поосторожнее, потому что меня уже, если я не ошибаюсь, второй раз подряд убивают со спины. И это, как вы понимаете, не очень красиво.
И команда красных побеждает. Да, да. Настал этот момент, когда играю за красную команду, и когда мы друг друга убиваем, то побеждает именно красная команда. Ничего себе, 6-6. Ой-ой-ой. Ранил, явно ранил, у него мало хп. Ну давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй, 2 хп. Вот блин, ой-ой-ой-ой, как страшно-то. Да, ребята, Кента ПК побеждает. 7-6. Да, мы это сделали. Так что перед тем, как написать, что я нуб, пожалуйста, ребята, трижды подумайте. Просто подумайте. Не-е-е-е! Нормально, нормально, красный побеждает. Да вы что, просто шикардос. Вообще, ребята, просто шикарно. 8-6. Ага, я вижу. Приветик. Привет, о-хо-хо-хо. Думал, убьешь Кента ПК, но сегодня не твой день. 9-6, и, ребята, осталось сделать последний килл, и Кента ПК побеждает. А ну-ка. А давайте попробую Скирамбита убить. Вот если выйдет, попробую убить Скирамбита. О, вижу, вижу, вижу. Ой, спалил меня, да? Или не спалил? Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, чуть-чуть не хватило. Ребята, явно чуть-чуть не хватило, и я бы победил. Ладно, все, давайте не буду выделываться, возьму себе в руки Дигл и просто умножу этого парня на 0. Или он меня умножит, ну, сейчас мы все узнаем. Приветик. Ну, все, пока. В общем, ребята, пожалуйста, не надо мне писать в ЛС, в комментариях и так далее, что я нуб, потому что вы сами видите, все, кто пишет, что я нуб, они сами потом сливаются. Да, да, ребята, это не фейк, это все чистейшей воды правда, я им все, ну, скрины показал и так далее. Парень пишет, что я нуб, пишет, что я плохо играю, а в итоге он просто берет и сам сливается. Ребята, надеюсь на вашу поддержку в виде лайка. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Напишите какой-то хороший, положительный комментарий. С вами был ваш Кент АПК. Всем удачи и всем пока.